Привет! Вы на канале Denbest. Сегодня у меня для вас обалденно вкусный рецепт. Это куриные бедра, запеченные в духовке в обалденном соусе. В общем, все легко, просто. Смотрим, поехали. Здесь у меня 4 куриных бедра. Вот такие вот красивые кусочки. Вес 800 грамм. Приготовим маринад для курицы. Значит, я возьму 4 столовые ложки кетчупа обычного. Через пресс пропустил 2 зубчика чеснока. Столовая ложка соевого соуса. 2 чайные ложки горчицы, 2 чайные ложки меда, немного черного перчика, чайная ложечка приправы карри, столовая ложечка растительного масла. Теперь все хорошо перемешаем и попробуем на соль. Если что, добавим немного соли. Короче, все перемешал, попробовал, соли оказалось маловато, добавил по своему вкусу. Добавляем маринад к бедрам и хорошенько перемешиваем. Оставляем мариноваться минимум на 30 минут, но чем больше, тем лучше. Прошел час, выкладываю бедра в форму для запекания. Ну и теперь отправляю эту вкуснятину в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут. Ну вот и все, вкуснятина готова. Сейчас покажу в разрезе мяско. Сочное, аппетитное. Вот так вот внутри сочно, аппетитненько. Мясо полностью готовое. В общем, легкий и простой рецепт. Обязательно попробуйте приготовить, это очень вкусно. На этом, друзья, все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Делитесь видео. Ну и всем приятного аппетита. До новых встреч. Пока.